За музыкальное настроение сегодня отвечает дуэт. Кавер-дуэт. Прекрасные девушки уже готовы ворваться в наш эфир. Дуэт Рома Нова. Готовы? Тогда подпевайте. Песня Ace of Base. When she woke up late and the morning light and the day had just begun, she opened up your eyes and thought, oh, what a morning. It's not the day for walk up. It's a day for catching time, just lying on the beach and having fun. She's got to get you all that she wants. It's another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants. It's another baby. Yeah. All that she wants. It's another baby. She's gone tomorrow, boy, all that she wants, it's another baby, yeah. She's the hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you won't talk forever. It is the night for passion, but the morning means goodbye. Beware of that is flashing in her eyes. She's going to get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Доброе утро. Доброе. Давайте утро. Смещайтесь сюда. Мы с вами тоже хотим к звездам поближе. Да, будем знакомиться. Скажите, почему Романова сразу? Я не могу, мне интересно очень. Ну, когда-то мы с девушкой, с другой, не с Марией, организовать решили дуэт. Раньше мы пели в одном коллективе, потом решили, почему бы нам не петь вдвоем, и назвались мы Романовские, почему-то вот так решили. Так вот. А потом мы разделились. Потом сложилась у нас встреча еще с одним человеком, нашим творческим продюсером, можно так сказать. Вот он предложил апгрейдить название и назвать Романова. А девушка, которая сейчас говорила, это Анна Гринина, солистка, и также справа от меня Мария Тришина. Девчонки, рассказывайте, как у вас сейчас лето проходит? У творческих людей, понятно, сейчас какие-то сложности, выступления-то есть вообще, нет? И свадебный сезон идет. Как, горячая пора у вас, нет? Все мы с вами знаем, какая ситуация сложилась в этом году, в этом очень непростом году. Соответственно, сейчас у нас больше пора работы над собой, репетиции, поиск новых образов, нового материала. Поэтому мы готовимся к новому сезону. Надеемся, что скоро мы сможем встречаться уже с нашими зрителями, слушателями на новых концертах, которых мы очень ждем. Вы так сказали, что я уже готов бежать сейчас просто. Мы вас на одном дыхании. И можно сказать, это вот первый наш выход в люди такой вот после этого периода застоя, скажем так. Поэтому мы сегодня очень рады быть здесь с вами. У вас получается только кавер песни, кавер исполнения. То есть нет оригинального вот жанра вот, в плане того, что вот та же самая песня, вот Ace of Base, вот чего он или как там? Нет, ну почему мы в оригинальных тоже интерпретациях поете? Поем, да, но своих песен как бы мы слушай, не поем. Хорошая, ну, женская в любом песня. Случае кавер называется группа, если она перепевает чей-то материал. То есть если да. это свои песни, то, естественно, это уже там просто группа, а мы кавер-группа, поскольку мы работаем... Так как вы впервые вышли в свет после вот этого затяжного промежутка, в этой паузе, мы вас не отпускаем. Вы готовы?
Тогда подготовьте свои ладони. Прямо сейчас врывается в студию кавер-дуэт. Рома, Нова, Рома, Нова. Поем. Мир такой огромный, ты такой нескромный, но всегда покорный под моей рукой. Пусть глаза смеются, стоит прикоснуться, просто прикоснуться, ты уже другой. Две ладошки, нежные кошки, а за окошком ночь. Две ладошки, нежные кошки, ты не прогонишь прочь. И только я, только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. И только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. Ты с другими важен, принципы на страже, но не думай даже быть со мной таким. И не улыбайся, ты себе признайся, сам себе признайся, важность ночью дым. Две ладошки, нежные кошки, а за окошком ночь. Две ладошки, нежные кошки, ты не прогонишь прочь. И только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. И только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. Артист это делает уже без музыки, акапельно. Две ладошки, нежные кошки, а за окошком ночь. Две ладошки, нежные кошки, ты не прогонишь прочь. Заметьте, тот, кто не умеет петь, молчал. Напомним, в нашей студии кавер-дуэт Рома Нова, а именно Мария Тришина и Анна Гринина. Девочки, мы сегодня у всех спрашиваем про то, что можете сделать своими руками, что у вас лучше всего получается своими руками сделать. Да. Ну, кроме петь. Это как бы не руками. Ну, там ну, руки пригождаются в этом, да. Как они там. Раз, два, три, четыре. Вот это. Ну, вот так вот можно, конечно, хвастануться, но я вчера сшила себе вот эту повязочку. О, вот эту бандану поможешь, да? Я вижу качество швов, друзья, мне здесь видно, все хорошо с этим. Ничего, у тебя зрение хорошее какое-то. Да, я просто тоже немножечко шью, я оценила. Так, пожалуйста, Мари. Вы знаете, я не так талантлива в области рукоделия, как вот моя коллега Анна, поэтому я пою. Подождите, вы, может быть, вы готовите? Что такое? А, я готовлю. Вы знаете, мы сейчас тоже обсуждали за эфиром, что я научилась делать классные круассаны с шоколадом. На минуточку. Зачем вы сейчас это сказали? У меня в голове все, у меня в голове теперь круассаны, шоколад, чай. Кофе, да. Бутербродики с колбасой, беконы, две ладошки, нежные кошки. Спокойно. Знаете, девочки, мы сегодня еще говорим о том, что нравится мужчинам в плане женских причесок. И рассуждаем, все-таки кудри или прямые волосы. Блондинки или брюнетки, короткие или длинные. Я за... Так, кого больше? Я за брюнеток? Только я понял, что здесь вас больше брюнеток. Блондинка одна получается, да? Если честно, мне кажется, это вообще не важно. Главное, что внутри. А каким она сказала это голосом? Вообще голос вообще не важно. Да. Золотые слова. Мы присоединяемся. Благодарим вас, девочки. Ну, кстати, мы заметим, что... А, у вас прямые волосы, да? У Марии тоже прямые. У тебя, получается, такие... Ну, это подвитые. Ты не спорь с нами, да. Да, статистика говорит, что мужчины в первую очередь любят немножко завитые чуть-чуть. Потом на втором месте прямые, а на третьем месте, девушки,
Кудрявые. Раз, кудрявые. Что ты имеешь в виду? Вот такие? Ну, прямо кудрявые. Это важно. Да, то есть на третье место ставят именно такую прическу кудри. Ну, вы попали сегодня. В серединочку тренда. Мы рекомендуем вам сейчас воспользоваться нашим сюжетом, потому что Татьяна Рябова из прямых волос превращает их в кудрявые волосы. Каким-то волшебным таким мановением. Причем даже без помощи плоек. Представьте, я в шоке, такая магия. Она подходит, говорит... Закрутитесь, закручивается. А вы знаете, мы тоже сами делаем себе прически и завиваемся, так что вот тоже про тему про рукоделие и макияж мы сами себе делаем. Вот, а вы говорите, вы ничего не можете. Мы знали, кого пригласить.